Часть Приморского района осталась без света. Обесточен целый поселок Лисинос. В нем живут почти 5000 человек. Электричество пропало примерно час назад. Причина – серьезная авария. Что именно произошло и сколько времени понадобится для того, чтобы вернуть в дома свет, сейчас выясняют специалисты. Аварийные бригады уже выехали на место. Подробности надеемся узнать к следующему выпуску.